Сейчас прозвучат две песни. Песни эти сочинил замечательный и, слава богу, ныне живущий, несмотря на свои весьма за 90 лет, автор Аркадий Хунович Гентлер. Он живет в Запорожье, он один из немногих тех, кто говорит на своем родном языке идише. Знаете такой язык? Идише. Это язык евреев Восточной Европы, которых, к сожалению, сейчас практически не осталось тех, кто умел говорить на этом языке, который был родной. Вот Аркадий Гентлер один из немногих, кто и дожил до наших дней и говорит на своем родном языке, он преподает его в школе. А кроме того, он пишет замечательные песни. Тексты он придумывает целиком сам, а музыку он сочиняет. Правда, она всегда что-то очень сильно напоминает, но менее красивой она от этого, безусловно, не делается. Сначала прозвучит... Сначала прозвучит песня Аркадия Гентлера, которая называется «Майнштеттелы Сороке», что переводится «Мое местечко Сороки». Это родина Аркадия Гентлера, там он родился, там он вырос. И вот сейчас прозвучит такая вот ностальгическая, знаете ли, песня. «Где течет старый Днестр, между гор и долин, стоит задумчивый мой Сороке со старой крепостью. Там, на еврейской улочке, меня моя мама качала и пела колыбельную, которая радовала мое сердце».